Значит, расстановочный семинар это такая система, которую вот я изобрела относительно недавно, несколько месяцев назад, и мне кажется, что это очень ну, такой грамотный продукт, где мы вот сразу с нескольких сторон прорабатываем какую-то тему. Вот я уже провела там про секс, про отношения, еще про что-то. Вот, то есть мы берем тему, я беру тему, и вы ее прорабатываете. И эта схема такая, что в первый день мы смотрим, расставляем, как предки жили и как их жизнь сказывается вот на конкретно этой теме, там, например, про секс, да, то есть вот или про деньги, кто-то что-то где-то сделал в предыдущих поколениях, 50 лет назад, 100 лет назад, у них была какая-то ситуация, какая-то скорбь, какая-то боль, и сейчас это сказывается на вашей жизни, но вы абсолютно, я вас уверяю, большинство людей просто не имеют об этом понятия. То есть вот на расстановочных семинарах что-то выясняется, и человек просто берется за голову и говорит: «Да, ведь это же так было всю жизнь, и я просто этого не знал». А вот, то есть мы берем вот в первый день как бы достаем вот эту ситуацию, которая повлияла, в смысле, которая была там несколько поколений назад, много лет назад, мы ее рассматриваем и мы говорим ей: все, я тебя вижу, оставайся в прошлом, и мы отсоединяем влияние этой ситуации на нашу текущую жизнь. Вот. Во второй день мы разбираем уже ситуации из этой жизни. Вот где вы сами что-то делали, или ваши родители с вами что-то делали в детстве, или еще какая-то ситуация была там в детстве, в юности, в молодости. В общем, вот мы смотрим, что на эту тему, например, вот сейчас у нас будут деньги, что на деньги влияет из того, что вы сами прожили вот в этой жизни, что с вами случилось в этой жизни. Вот какое это оказывает влияние. И в третий день мы уже разбираем, у нас разбор полетов, то есть мы разбираем, что у нас произошло на семинаре и как вообще с этим всем дальше жить. Вот. В расстановочный семинар есть у нас разные опции. Есть опция вот просто эти 3 дня пройти, проколбаситься, и она без расстановки, то есть без отдельной еще расстановки. Вот. И я вас уверяю, это достаточно само по себе вот так пройти, то есть можно очень много вынести для себя. Это, во-первых, вынести на уровне знаний, а во-вторых, очень много трансформировать вот по теме, ну, например, деньги, которые у нас будет в ближайший семинар, вот просто за счет этих 3 дней вашей семинарской работы. А вот. А есть еще опция отдельная, это которая включает еще и полноценную расстановку, которую я провожу позже, после семинара. То есть вот мы отвели семинар, вы поколбасились деньгами там, а где предки, а что предки, а вот это вот все. То есть вы это все разбираете, а потом я еще наверх провожу отдельную вот расстановку по теме деньги. Конкретно ваша ситуация разбирается, и уже там мы глубоко ее прорабатываем. И конечно, сама по себе расстановка дает еще тоже очень много. И вот там получается, что семинар плюс расстановка стоит чуть-чуть дороже, чем если вы просто расстановку заказываете. Я считаю, что это очень, конечно же, выгодное предложение. Вот. На семинаре еще, вот кроме того, что вы разбираете, прорабатываете очень глубоко вот эту тему конкретную, в данном случае деньги, вы еще учитесь расставлять сами себя, потому что большая часть работы там происходит практическая, где вы
участвуете в расстановках или расставляете сами себя вот по теме деньги, там деньги предки, деньги и там еще что-то. И вы также участвуете в расстановках других людей, там, где люди, вот они сами себя расставляют, а вы там заместитель. И вот это все накапливается в такой существенный опыт по теме расстановок, когда вы сами себя можете расставлять. То есть подставьте любую тему, я и там предки и деньги, секс и предки, там еще что-то, да, и возьмите просто замов, и попробуйте сами себя расставить, и уже после такого одного, двух, трех семинаров вы уже сможете сами себя расставлять достаточно, ну, скажем, уверенно. То есть, конечно, это все, если как бы брать тему саморасстановок, это еще как бы чтение букваря, но одно дело, когда ребенок приходит в школу и вообще не умеет читать, другое дело, когда мама мыла раму, у него уже получается сложить слова. Это дорогого стоит. Вот. Поэтому этот семинар еще дает вот эту тему обучения, как самому себя расставлять.